29 марта в Минском областном суде начинается дело анархистской группы «Промень». Четверых анархистов Александра Белова, Евгения Рубашко и двух Артемов Соловьев обвиняют в участии в протестах в Беларуси в 2020-2021 году и создании экстремистского формирования анархистского толка группы «Промень». Товарищи принимали участие в борьбе белорусского народа против диктатуры. За это они неоднократно были задержаны, но, несмотря на репрессии, не покинули страну, а продолжали свою борьбу. В августе 2021 года их задержали, с того момента они сейчас сидят в СИЗО и ждут суда. Мы, интернационалисты из антиавторитарного отряда, который сейчас воюет в Украине с русским империализмом, выражаем поддержку с нашими товарищами и со всеми политическими заключенными. Мы обещаем, что будем продолжать борьбу до того момента, пока последний политический узник Лукашенкинского и путинского режима не будет свободен. Свободу! Свободу!